Рецепт вкусного салата на каждый день. Высыпаем в миску одну банку консервированного горошка и берем две моркови среднего размера. Морковь натираем на мелкую терку. Добавляем морковь в миску к горошку. Затем берем три предварительно отваренных яйца. Нарезаем их мелким кубиком. За счет всех компонентов, входящих в этот салат, салатик получится очень нежным, мягким и вкусным. Нарезанные яйца отправляем тоже в миску. Берем один крупный или два мелких зубочка чеснока и пропускаем их через пресс. Затем берем несколько веточек зеленого укропа и мелко нарезаем. После этого добавляем укроп в салат. Туда же еще можем нарезать несколько перьев зеленого лука. И сверху посыпаем пол чайной ложки соли или пол чайной ложки черного молотого перца, или же по вкусу. Этот салат можно заправить как сметаной, так и майонезом, по вашему вкусу. Я заправляю майонезом и все тщательно перемешаю. Получился вкуснейший, нежнейший салатик. Попробуйте и вы приготовить салат по этому необычному, интересному рецепту. Как видите, в составе продукты очень даже простые, а получается очень вкусно. Если вам понравился этот рецепт, поставьте лайк и подпишитесь на канал. А я желаю вам приятного аппетита и до новых встреч в новых видео на моем канале.